Добрый вечер. Всем хорошего приближающегося года. Если можно что-то получить хорошее еще в этом году, то я тоже всем желаю, чтобы конец этого года, оставшиеся сегодня, тоже были благополучными. Мы с вами возвращаемся к книге Иезекииля. И мы видели, какое внимание уделено лжепророчеству, постоянно говорится о влиянии лжепророков. И мы вообще представляем с вами, что Иезекииль отличается тем, что он вдруг скрывает такой пласт, когда понимает, что личная ответственность человека за происходящее во всем обществе, она очень большая, очень велика. Да и ответственность народа, она также большая, как в случае с лжепророками, за то, что им верили, за то, что им позволили действовать и пророчествовать, ответственность возлагается на народ. Трудно измерить как бы чашу весов, представить себе, в какой степени ответственность. Но в любом случае понятно, что речь идет о взгляде сверху, о суде небес. И безусловно, что милость Всевышнего, она велика, и принимаются на небесах во внимание и все происходящее, и обстановка, и то, что человека могли сбить и запутать, и так далее, и так далее. Но в любом случае, мне кажется, что посылка Иезекииля, она очень морализующая, очень воспитывающая, чтобы человек понимал, что он не может переложить ответственность на кого-то и сказать: меня так научили. Но, как мы помним с вами, в Кидушин есть такая посылка, что «эн шалех лидбар авира» – нету такого понятия, как человека послали сделать плохо, и он не отвечает. Послали сделать заповедь, он исполнил заповедь, и заповедь, как бы это заслуга того, кто его послал. Очень хорошо. А теперь, если его послали сделать преступление, как бы симметрично, казалось бы, что ответственность за преступление должна ложиться на того, кто его послал. Но нет, говорится, что тот, кто исполнил действие, кто исполнил действие, он и виноват. Потому что, говорят, есть учитель, человек, наставник, а есть Всевышний. Кого ты будешь слушать? Человека, учителя или Всевышнего? И когда мы переносим это на нашу жизнь, то мы понимаем, что проблема очень серьезная, что от человека требуется большая внутренняя чистота, честность, искренность для того, чтобы понимать, где заповедь, а где преступление, для того, чтобы уметь противостоять иногда и учителям, которые говорят и высказывают неверные посылки, уметь противостоять и обществу, в котором распространяются неправильные знания. А как там судят небеса, как они возлагают ответственность, это нам неизвестно. Но опять же, сама по себе посылка пророка, что мы обязаны отличать правду от лжи, и мы не можем сказать, что уже пророки нас ввели в заблуждение, или средства массовой информации нас ввели в заблуждение, что это оправдание не принимается на небесах. Посылка, на мой взгляд, очень сильная, очень морализующая, и не то, что нужно принять во внимание в нашей жизни. И я напомню, что образ, который дает Иезекииль, это стена, которая возведена народом, стена между Всевышним, стена между народом и
так сказать, правды и истины. Истина построена с целью заслониться от истины. А лжепророки, они сравниваются только со штукатурами, с теми, кто наносит штукатурку на эту стену и придают ей такой благообразный вид. Но стену воздвиг сам народ. Вот. Это примерно там, где мы остановились. И сейчас похожая тема, которая может быть несколько далека от нас, реалии, как бы, реалии, которые здесь поднимаются, они, реалии, о которых здесь говорится, это колдовство, ворожба, да, и колдуны, и ворожеи, они играют ту же самую роль, что и лжепророки. Они раздают камеи, они ищут какие-то признаки, могут искать их и открывая Тору наугад, признаки, что и все это сводится к одному, что все будет хорошо, вы спасетесь и так далее. Они еще раздают камеи и делают какие-то движения, которые якобы защитят человека. И о тех людях, которые не обращаются к ним, они говорят, что их постигнет беда. Вот, и таким образом переворачивают все кверх ногами. То есть праведников они предсказывают гибель, а злодеям они предсказывают спасение. Я только могу сказать, что, несмотря на то, что эта тема колдовства нам кажется как бы далекой от нас, я неоднократно сталкивался с вопросами, связанными с колдовством, с обычаем народов мира, со снятием с глаза и так далее. И не случайно на это есть галахические понятия, очень важные. Вот, то, что можно применять, скажем, для излечения, скажем, те обычаи народов мира, которые существуют, а то, что нельзя применять и так далее. Но это в скобках для того, чтобы сказать, что, как бы ни казалось далекой от нас эта тема, от реалии, она на самом деле где-то или очень часто оказывается близко к нам. Да? Сейчас я попробую поднять текст, и мы с вами после этого введения, которое, я надеюсь, что оно что-то прояснило, а не запутало, мы пойдем по тексту. Да? Вот. Мы остановились здесь с вами. И пророки Израиля пророчествуют Иерушалаиме, предсказывают ему мир, а мира нет, слова Бога Всесильного. И тут же, а ты, сын человека, обрати лицо к дочерям народа твоего, предсказывающим из сердца своего, и предскажи о них. Как правило, колдовством занимались женщины. И причина, может быть, в том, что женщины более чувствительны, они также более чувствительны и к духовному миру. И, скажем, в древнем мире они были гораздо дальше от представлений о Торе, чем мужчины, поскольку их не учили. И, может быть, эти моменты, они, скажем, приближали женщин к колдовству, и не случайно в Торе говорится, да, что не ворожею, как говорят по-русски, или колдунью, не оставляй живых в женском роде. А Тора говорит, это не значит, что это не относится к колдуну, скажем. Опять же, этот логический момент надо было бы разобрать, но мы сейчас берем в общем просто, да, может быть, это относится и к колдуну, не может быть, а точно относится к колдуну, но Тора всегда говорит в том плане, как это распространено в мире, какое явление встречается чаще, и мы понимаем, что чаще женщины обращались к колдовству.
Это не значит, что те способности, которые есть у женщин, они обязательно должны быть отрицательными. В принципе, женщины, они, может быть, больше склонны к пророчеству. Мы это можем представить себе, то есть как бы да, в какой-то мере стоят ближе к духовному миру, более чувствительны к духовности. Мы это можем представить себе из того, что Всевышний сказал Аврааму Шмакула, слушай ее голос. Да, и у Сары пророчество было еще более сильное, чем у Авраама. Мы помним с вами Двора, которая сыграла колоссальную роль в истории еврейского народа, пророчество Худа. Да, мы помним с вами Хану, мать Шмуэля. Да, то есть, если мы на секунду задумаемся, то мы представим себе, что пророчество женщин очень часто проявляется, и даже, можно сказать, в тот момент, когда мужчины не справляются, пророчество отходит куда-то на задний план, тут могут проявиться пророчества женщин. Вот, скажем, это о природе женщин, но, как всегда, как мы можем себе представить, да, всякое положительное начало, оно имеет и обратную сторону, отрицательную сторону, и это вот чувствительность к духовному миру, чувствительность к окружающему, чувствительность, интуиция, которая есть у женщины, она может раскрыться как пророческий дар и как пророческий дар, и как склонность к колдовству и к ворожбе и гаданиям, и так. Да. Вот, недаром в Торе говорится, скажем, не говорится, да, про женщину, о сотворении женщины говорится «выйвен», да, и построил с одной стороны, а с другой слово, как мы знаем, строительство, оно близко к слову «бина», да, а «бина» близко к пророчеству, да, то есть близость женщины к духовному миру, она как бы заложена изначально. Вот. И здесь мы говорим об отрицательном явлении. Это колдовство женщин в первую очередь. А ты, сын человека, обрати лицо к дочерям твоего народа твоего, предсказывающим из сердца своего, и предскажи о них. Да? То есть мы понимаем, что это распространенное явление ничуть не меньше, чем уже пророчество, то есть мы ощущаем такой как бы фон постоянный как бы звук, исходящий отовсюду, уже пророчество и гадание, все будет хорошо. И скажи так, так сказал Бог всесильный Израиля, горе шьющим подмышечники и делающим покрывало для головы, для стоящих во весь рост, чтобы ловить души. Неужели души народа моего будут ловить, чтобы сохранить души ваши? Здесь говорится о приемах колдовства, которые, естественно, сегодня не известны, и комментаторы не очень-то раскрывают, что здесь. Но, может быть, это и не так важно. То есть мы представляем себе, что есть камеи, есть тексты, есть имена Всевышнего, которые закладываются в мешочки, которые человек должен носить под мышкой около сердца. Вот, и, скажем, да, колдуя, занимаясь ворожбой, эти женщины набивают человека с головой, что якобы для того, чтобы привязать душу к телу, чтобы она не оторвалась, чтобы она крепко сидела в теле, не была подвержена опасностям и болезням. Да? Вот, и Всевышний называет это, через пророка называет это ловить души. Да? То есть говорит словами, как бы тех же понятиями того же самого колдовства, да, не дать душе улететь, удержать ее в теле. Это то, что мы
то, что они делают? Неужели души народа будете ловить? Неужели вот таким вот образом вы хотите удержать душу в теле, уберечь человека от смерти и от опасности, чтобы сохранить души ваши? Да? В каком смысле сохранить души ваши? Это, как мы понимаем, что эти услуги, они не бесплатные, да, что за них нужно платить. И, как мы понимаем, что это будет продолжаться также и в вся эта ворожба и защита от стрел врачей и злых духов и нечистоты, вся эта ворожба будет продолжаться и в осажденном городе, там, где уже в осажденном городе, где будет трудно достать пищу, и за эту ворожбу люди будут платить. Да? И вот этот обман, да, вы хотите обманывать, как бы привязывать души к телу, чтобы делать людям как бы лучше, уберечь их от смерти, вот вы так хотите делать для того, чтобы сохранить свои души, для того, чтобы выжить, для того, чтобы получить пропитание. Да? «И оскверняли меня среди народа моего за горсть ячменя и крохи хлеба, умерщвляя души, которые не умрут, и оживляя души, которые не будут жить». Да? Мы здесь видим, может быть, немножко вперед забежали, мы здесь видим, что за это получают плату и в осаде, да? И умерщвляя души, которые не умрут, говоря о людях праведных, которые не обращаются к ним и которые не верят уже пророкам, что они погибнут, они навлекают на себя беду и на других тоже. Да? Вот это называется умерщвляя души, которые не умрут, и оживляя души, которые не будут жить, поддерживая уже пророков, поддерживая всех, кто обращается к ним и верит тому, что вот такими способами можно помочь отдельным людям и даже всему народу. Сейчас мы сделаем какие-то пасы руками, сейчас мы прибегнем к каким-то приемам колдовства, и войско Навуходоносора, оно рассыпется под стенами Иерусалима, умрет или убежит. Обманывая народ мой, да, и, как мы видим, опять упрек, внимающий лжи. Да? Вот, ответственность на тех, кто занимается подобным ремеслом, и ответственность на тех, кто слушает их. Да? Поэтому так сказал Бог Всесильный: «Вот я воздам за подмышечники ваши, которыми вы ловите там души, чтобы они улетели, вот, и сорву их с рук ваших, и отпущу души, которые вы ловите, чтобы улетели». Вот. Всевышний разговаривает на их языке и говорит, что я сорву эти покрывала, и те души, которые вы хотели, чтобы они улетели или не улетели, я их отпущу, как бы люди будут жить, вера в это колдовство уйдет и исчезнет. И непонятно, что разрушение храма, оно во многом прекратит или оборвет, можно сказать, веру в это гадание, в эти предсказания. Да? И в этом плане Всевышний говорит, что он отпустит душ, которые они хотят удержать. «Поскольку поражаете вы сердце праведника ложью, а я не причинял ему боли, и укрепляете руки злодея, чтобы не вернулся он с пути своего дурного и остался жив». Это тоже, чтобы было сказано, что вы умерщвляете того, кто будет жить, и оживляете того, кто не будет жить. Это примерно то же самое, да, вы про праведников говорите, что они погибнут, да, про праведников, которые не верят уже пророкам, и которые придерживаются праведности, вы в первую очередь говорите о них, что они погибнут, вот, а злодеям предвещаете, что они будут жить. Да? Вот поэтому не предрекать вам, и больше никогда не околдуете, никого не околдуете вы, и спасу я народ мой из руки вашей, и узнаете, что я Бог.
мы понимаем, что здесь, как и мы говорили раньше уже пророков, здесь есть как бы двойное предсказание. С одной стороны, разрушение храма. С одной стороны, разрушение храма, оно положит конец всей этой лжи. С другой стороны, вот это ощущение духовности, которое может повернуть человека в положительную сторону и направить на служение Всевышнему, или повернуть вот в сторону такого колдовства, предсказания, то, что называется тума, духовной нечистоты, ощущение духовного мира отойдет гораздо дальше на задний план после разрушения храма. То есть само по себе разрушение храма, оно положит конец этой лжи. И с другой стороны, колдовство и все эти явления, если они не исчезнут полностью, то они отойдут очень далеко на задний план, потому что, в принципе, ощущение духовности после разрушения первого храма станет слабее. Вот Всевышний заберет его, отдалит как бы духовный мир от духовного мира от человека. Прежде чем мы перейдем к 14 главе, я хочу вас спросить, есть ли какие-нибудь вопросы. Если что-то есть, то мы можем с вами постараться обсудить. Если можно, повторите, пожалуйста. Я не совсем понял, что эти колдующие люди могут сделать праведником. Есть употреблено такое сильное выражение, как, я не помню, как точно, ну, в общем, так сказать, как бы умертвить их. Значит, каким образом они вообще могут навредить тем, кто их не слушает? Вот, навредить не могут, да, поражаете вы сердце праведника ложью, да. Тут имеется в виду не то, что они насылают на него порчу или болезнь, а то, что когда вокруг праведника собирается много колдуний, говорят ему, что ты вот против нас, и ты против нас, ты против пророчества, и ты умрешь, это огорчает праведника, скажем, да. Может сказать, что он не полный праведник, что он вот начинает, что полный праведник вообще не обратил на них внимания, а он обращает внимание на них, и его это огорчает. Да? Вот. А я не хотел ему более, я не хотел, чтобы он огорчался и думал о том, что его правильные дела и правильные поступки приведут его к несчастью. А вы ему это говорите. Да? Вот это примерно то, что здесь происходит. Да? И укрепляете руки злодея, тоже понятно. Да? Вот, не то, что вы ему придаете силы, не то, что там, скажем, вы даете ему какие-то там снадобья и таблетки, от которых он укрепляется, у него растут мышцы, да? А укрепляете руки злодея, говорите, ты правильно делаешь, да? ты правильно делаешь. Да? Вот, ты правильно делаешь. Это сопряжено с тем же мотивом, о котором мы говорили. Да, иногда это правильно делаешь. Оно как бы сопряжено с тем, что да, не нужно Всевышний отдалился от земли, и не нужно соблюдать заповеди, гораздо лучше предпринимать вот реальные действия, принимать реальные действия, сражаться против Навуходоносора. Вот, а если тебе не хватит сил, то мы тебе поможем, мы на тебя накинем это покрывало, мы тебе дадим этот подмышечник с колдовствием, заклятиями. Да? Таким образом укрепляют руки злодея. Да? То есть речь идет о каких-то психологических моментах. Да? Вот, так более понятно? Да, спасибо. Что-то еще хочется спросить? Если нет, то мы перейдем к 14 главе, и она
она совсем-совсем другая, говорит о другом, хотя мы можем представить себе, что, что причины этих явлений, они, что причина этих явлений одна. Это приближающееся разрушение храма и реакция людей на это приближающееся разрушение храма. Да? Вот, и здесь говорится, и пришли ко мне люди, старейшин Израиля, и сели передо мной. Да? Мы текст видим с вами, я не сбил его, нет. Окей, хорошо. Да? Тут что можно сказать? Почему вдруг старейшины поднялись и пришли, почему они как бы встрепенулись? В принципе, на Иезекииле немного обращают внимание, но вот тут, как говорит Радак, подсказывает нам Радак, что после того, как Иезекииль объявил уже пророками и бунтовщиками всех, кто говорит о победе Иуды, да, всех этих лжепророков, предсказателей, колдуний, которые предвещают победу Иуды и подталкивают людей к войне, после того, как он объявил их всех лжепророками, к нему пришли руководители изгнанников, которые в большинстве своем опирались на предсказания о скором падении Бавеля. Так нам подсказывает Радак, да, что причина их прихода это как бы резкое осуждение и объявление уже пророками всех тех, кто говорит о победе Иерусалима и падении Бавеля. Вот, как можем себе представить себе, ну, да, одни из них хотели спросить, да, Иезекииля, либо опровергнуть его пророчество о том, что храм будет разрушен, а все, кто говорят о победе Иерусалима, они уже цы, либо опровергнуть это, либо спросить у него, вот, либо как бы внутреннее желание опровергнуть, и начинается с вопроса. Да? Вот, и одни из них хотели спросить, сохранится ли после разрушения храма запрет поклоняться идолу. Да? Вот, то есть мы можем себе представить себе сыновей Израиля, которыми к этому времени около 1000 лет, да, живут с так или иначе, хотят они, не хотят, они живут с ощущением божественного присутствия, с тем, что Бог защищает их. Да? И они видели многократные чудеса. И, может быть, последнее чудо, которое отпечаталось в их памяти, особенно сильно, как мы с вами говорили, это гибель войска Санхерива во времена правления Хизкияху. Санхерив, который окружил Иерусалим, 180 тысяч погибло под Иерусалимом, когда положение было совершенно безнадежное. Произошло чудо. И сыновья Израиля живут с этим ощущением чуда. И вот сейчас они его спрашивают, ну хорошо, храм будет разрушен, Иерусалим будет разрушен. Может быть, нужно говорить и об изгнании. Народ оскажется в изгнании. Да? Это значит, что можно будет поклоняться идолам. Да? То есть Всевышний не защитил. Всевышний отдал во власти других царей. Всевышний изгнал в другую землю, где поклоняются идолам. Да? Наверное, это означает, да, что он оставил народ, что он, в общем-то, и сам не хочет, чтобы теперь соблюдали заповеди, и как уже это будет в изгнании, никто не трудно себе представить. Но единственное, что понятно, нельзя жить среди другого народа и поклоняться Всевышнему, и не поклоняться его богам. Это же невообразимо, не ходить на их праздники, не есть их пищу, говорить им
в лицо, что вот мы верим в единого Бога, и это отрицает веру в другие божества, наверное, Всевышний выбросил народ, разрушил храм, выбросил народ за пределами земли, он уже не хочет соблюдения заповедей и не будет требовать соблюдения заповедей. Это первая посылка, с которой они пришли. Другое, скажем, близкое к этому, да, можно ли будет придерживаться обычаев других народов, да, как бы принять то, что они делают, и все. А третья, скажем, посылка, как можно себе представить, что они хотят, чтобы пророк подтвердил, что падение Иерусалима будет означать разрыв союза. Да. Мы не можем иначе представить себе, да, не можем себе представить, что Иерусалим падет, а союз со Всевышним будет продолжаться. Да? А если союз отменится, то и отменятся все законы Торы. В том числе и приносить жертвы божествам халдеев. Примерно с такой посылкой они пришли к Иезекиилю. Мы это с вами знаем из Гемары, к которой мы сейчас обратимся. Да? Хотелось бы, чтобы мы представили ощущение людей, которые вдруг, до которых вдруг дошло, да, что пророк говорит о разрушении Иерусалима, и никаких шансов. Все, кто предсказывают, что Иерусалим победит, да, Иуда победит, они изрекают ложь. Это он предсказывает, значит, вот так получается, да, что союз разрушен, пойдем спросим у него, что же он имеет в виду. Да. Мы с вами знаем из трактата Санхедрин, 105-го листа, который ссылается на Йешаяху, да, или комментирует эту ситуацию через то, что сказал пророк Йешаяху. В трактате Санхедрин говорится, что они спросили, да, пророка так: если сыновья Израиля отданы во власть халдеям, значит ли это, что им не следует исполнять волю Всевышнего? Да. Ведь если господин продал раба или муж прогнал жену, что связывает их? Да? Это похоже, если мы как раб Всевышнему, служили ему по обязанности, хорошо, да? Теперь он нас выгнал. Да? Что раб должен господину, которого он выгнал из дома? Что он будет делать? Да? Какая связь у него с господином? Если у нас отношения со Всевышним по любви, они похожи на отношения между мужем и женой, да, то, опять же, после того, как муж дал разводное письмо женщине, выгнал ее из дома, то какая связь между ними осталась? Никакой. Да. Это те аргументы, которые они привели Иезекиилю. И Гемара говорит, что сказал Всевышний пророку: иди, скажи им так. Так сказал Бог, это слова из Йешаяху, из 50 главы. Так сказал Бог, где то разводное письмо матери вашей, которым я отослал ее? Или кто тот из взаимодавцев, которому, скажем, в счет уплаты долга я продал вас? Если вы говорите о связи, похожей на супружескую связь, где разводное письмо? А если вы говорите о связи как между господином и рабом, где освободительное письмо? У вас есть документ? Да? Или освободительное письмо, или письмо о перепродаже раба кому-то другому? Ну, где этот документ? Это тот ответ, который вложил Всевышний в уста Иезекииля, да? И тем самым Всевышний хотел сказать, что нет никаких оснований, доказательств, да, что изгнал свой народ, он отказался от него.
И поэтому не может быть и речи о том, что каждый будет делать сам, что он хочет, и выбирать, как жить, и искать защиты у какого-то божества. Речь об этом не идет. Изгнание не означает разрушение храма, не означает разрыв союза. Если бы не слова, конечно, мы можем в Торе найти аналогичные идеи, но если бы не слова пророка, то очень бы трудно было поверить его поколению и последующим поколениям, что Всевышний, отправив народ в изгнание, не разорвал с ним связь, продолжает требовать от него исполнения заповедей, приверженности Торе, запрещает поклоняться чужим богам. Да? Вот, и дальше говорится, да, и было слово Богу ко мне, чтобы сказать, сын человека, люди эти подняли мерзости свои в сердца свои, преграду из нечестия своего, поставили перед лицом своим, отзовусь ли я, чтобы ответить им. И здесь нам нужно с вами, вспомнить, что идолопоклонство, оно, как говорится, оно в сердце человека. Я напоминаю, мы говорили с вами об этом, да? Но и ел и хайлу им ахирим альбанай, пусть у тебя не будет других боков перед лицом моим, это значит, что пусть у тебя в голове, в мыслях твоих, в убеждениях твоих не будет других богов. И как говорит Рамбам, что человек, который верит, что есть другая власть, да, хоть кто-то независимый от Всевышнего, кто может не подчиниться ему в какой-то степени даже, да, но если он верит, то он нарушает запрет, пусть не будет у тебя других богов. То есть, вот. А здесь, да, как нам описала Гемара, да, почему такой резкий ответ Всевышнего? Пришли, сели перед ним, да, скажем, устная традиция Гемара дополняет нам и раскрывает, о чем они стали говорить с Йехезкелем. И тогда, если мы берем во внимание то, что написано в Йешаяху, и тот ответ, который был вложен в уста Йехезкеля, то нам становится понятно, это резкие слова Всевышнего. Пришли, сели, что-то сказали, Всевышний говорит, люди эти подняли идолы свои, в сердца свои. То есть сомнение в том, что власть Всевышнего абсолютна. Сомнение в том, что его, и в том, что его союз, он вечен. И то, что Всевышний, он сильнее любых царей, и он даст сыновьям Израиля выстоять и в изгнании под властью царей, сомнения в этом здесь, по крайней мере, Хизкеля, он приравнял к идолопоклонству. Я помню интересный комментарий из книги Ильяу Китов, то, что по-русски называется «Книга нашего наследия», о грехе Золотого Тельца. Он говорит там так, что почему весь народ был обвинен в грехе Золотого Тельца. Да? Ведь, да, безусловно, среди сыновей Израиля были праведники, которые стояли в стороне. Да? И, может быть, они не предприняли достаточных усилий для того, чтобы это остановить. С другой стороны, было понятно, что остановить их невозможно. Уже убили Хура, сына Мирьям, который пытался возражать тем, кто сделал Золотого Тельца. Так чем же виноваты праведники? Ильяу Китов говорит, что они виноваты тем, что они поверили, да, поверили, что это конец союза, который был заключен Всевышним с праотцами, который укрепился в Египте и который дошел до своей, как бы, квинтэссенции во время дарования Торы. Одна только эта мысль, да, что союз можно разорвать, что обещание Всевышнего, оно об избранности народа, оно может отмениться, оно близко
к идолопоклонству, а небеса, которые мы знаем, как бы они смотрят свои, через свои очки смотрят свой бинокль, да, они вообще приравнивают это к идолопоклонству. Да, отрицание того, что союз вечен, приравнивается к идолопоклонству. И то же самое здесь. Да. Эти люди подняли идолы своих сердца, своих. Каких идолов? Они только сказали, что нельзя будет соблюдать Тору среди народов. Они только предположили, что Всевышний не хочет соблюдения заповедей, если он изгнал из земли, отдал предположение. Одна эта мысль, да, она приравнивается к тому, что люди сомневаются в абсолютной власти Всевышнего, да, и вот таким строгим образом небеса относятся к ним. Да. Отзовусь ли я, чтобы ответить? Да. Всевышний, в общем-то, не разговаривает со злодеями. Да. Зачем говорить со злодеями? Да. И даже если там есть какая-то, может быть, остается какая-то надежда на чуву, на возвращение, а надежда на чуву, на возвращение всегда остается. Да, мы знаем, что действует правило, что заповедь влечет за собой заповедь, а преступление влечет за собой преступление. Чем дальше, да, человек заходит по дороге преступления, тем ему труднее вернуться. Но какая-то крупица, какая-то возможность, остатки какой-то силы вернуться, они остаются всегда, потому что у человека всегда есть свобода выбора. Нет человека, у которого нет свободы выбора. И иногда, в легчайших случаях, злодей может вернуться. Но Всевышний, да, уже не протягивает руку злодею, не разговаривает с ним, да, и не призывает его к возвращению, только он собственными силами. Да. Говорят, другое высказывание, что тот, кто хочет очиститься, ему помогают, а тот, кто хочет загрязниться, ему открывают дверь. Всевышний не толкает на преступление, но, как мы видим, открывает дверь, открывает такую возможность, далеко не всегда ставит препятствия перед тем, кто решил пойти в сторону греха и в сторону совершенно извращенных представлений в мире, открывают дверь, но в любом случае из этого мы сказываем, видим, да, что не помогают тому, кто решил загрязниться, ему потом не помогают вернуться, открывают ему дверь, иди куда хочешь, вот, а уж выбраться это твои усилия. Да? Мы помним с вами о году про царя Менаше, о котором мы с вами говорили. Говорится, что Менаше правил 52 года, 25 лет из своего правления он шел по дороге идолопоклонства и делал все, чтобы оттолкнуть божественное присутствие, как он понимал, от Иерушалаима. Вот. А на 25-м году он попал в засаду к сирийцам, у которых была такая тактика, мы видим это из других мест Торы. Они старались поймать царя, да и в сражении они тоже охотились именно за царем, потому что считали, что это решит сражение. Вот. И поймали они Менаше, и сирийцы положили его на сковородку горячую, хотели что-то от него добиться, видимо подписание чего-то, каких-то договоров, так сказать, добровольных, добровольно-принудительным методом. Да? И, вот, и мы помним, что Менаше с сковородки обратился ко Всевышнему и сказал ему, если ты есть, то помоги мне, и я тогда буду служить тебе. Да? И Всевышний как бы протянул руку для того, чтобы помочь Менаше, а ангелы ему говорили, да что ты говоришь, ну, делаешь, этот злодей в таком положении, он еще тебе выставляет условия, а Всевышний сказал, нету
того, что нету силы, которая может устоять перед раскаянием. Даже такое как бы обращение ко Всевышнему, что если ты есть, то помоги мне, Всевышний счел как раскаяние. Да? То есть, но в любом случае движение души человека, зашедшего очень далеко, оно должно быть как бы первым. Только тогда Всевышний будет помогать. А так Всевышний не разговаривает со злодеями, не обращается к ним и не пытается вытащить их, по крайней мере, как правило. Да. Вот если мы, я не помню как бы случай, который бы был исключением, но если мы вспомним, то в любом случае это редкое исключение. Да. Он поставил, отзовусь ли я, чтобы ответить им, я не буду им отвечать на их вопросы. Они меня спрашивают, да, после того, как разорван союз, да, нужно ли соблюдать заповеди, их саму посылку «разорван союз», я воспринимаю как идолопоклонство, я отвечать им не буду. Так сказал Бог Всесильный: каждому из дома Израиля, кто поднял идолу своих в сердце свое и преграду из нечестия своего поставил перед лицом своим и пришел к пророку. То есть люди уже сейчас, а после разрушения храма их будет не один, не два, их будет очень много. Да, они придут к пророку и спросят, а нужно ли дальше служить Всевышнему или можно служить идолам. Да? Всевышний говорит, я в этом вижу внутреннюю испорченность, я вижу их внутреннее желание служить идолам и то, что, может быть, они представляют как вынужденное положение, как то, что они увидели, что союз разорван. Я в этом вижу стремление служить идолам. Не принимаю никаких извинений, никаких объяснений, никакой ссылки на обстоятельства. Да. Я про них говорю, кто поднял идолу своих в сердце свое и преграду из нечестия своего поставил перед лицом своим и пришел к пророку спрашивать, я им не отвечу. Я Бог, отвечу ему, пришедшему, со множеством идолов своих. Да. Вот. Да. Как я ему отвечу? То есть, да, тут сказано, что я отвечу, но имеется в виду, что я отвечу ему, послав ему наказание. Это будет мой ответ, я им ничего объяснять не буду. Да. Моим ответом будет наказание. Да. Да. Со множеством идолов своих, чтобы поймать сердце дома Израиля, который отстранился от меня, все они с идолами своими. И опять же, эта фраза, мы уже, по-моему, говорили об этом, приводили ее, она появляется на 39-м листе трактата Кидушин, и там она рассматривается таким образом. Обращение. Выключил телефон, да, вот, чтобы поймать сердце дома Израиля, поставить сыновей Израиля перед испытанием, да, и даже не, скажем, не их, поставить их перед испытанием, даже не, как бы не посмотреть, по какой дороге они пойдут, какой путь они сберут, а посмотреть, на что у них делается в сердце, насколько тверда их вера. Мы приходим, да, чтобы поймать сердце дома Израиля. И в том же трактате Кидушин говорится о том, что мы говорили с вами, да, что вера, запрет идолопоклонства, он относится к мыслям человека, к размышлениям человека. Да. И вот здесь, да, поймать сердце дома Израиля, Всевышний поставил сыновей Израиля перед испытанием для того, чтобы посмотреть, насколько крепка их вера. Не скажут ли они, что союз разрушен, не скажут ли они, что можно поклоняться другим божествам, выдержат ли они, выстоят ли,
в сохранении веры и тем самым сохранении заповедей, не только, как бы, скажем, речь идет о выводах, а речь идет и о том, что если в сердце человека закрадывается сомнение, то понятно, что это уже не вера. Сомнение – это не вера. И вот чтобы поймать сердце Дома Израиля, поставить их перед испытаниями, да, и поймать тех, кто поймается, тех, кто, как говорят, поведется, вот поймать их и уличить в слабой вере, в идолопоклонстве, в непонимании того, что союз является вечным. Который отстранился от меня, все они с идолами своими. Так, Всевышний опять же говорит, что если кто-то говорит о том, что союз разрушен, то это только потому, что он тянется к идолопоклонству. Поэтому скажи Дому Израиля, так сказал Бог Всесильный, вернитесь и отвернитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отверните лица свои. Это не обращение к тем, кто, скажем, уже решил, да, а это скорее предупреждение тем, кто окажется в изгнании после разрушения храма. Да, вот, вернитесь ко Всевышнему, да, и отвернитесь от идолов ваших и не смотрите в сторону идолов. Да, от всех мерзостей ваших отверните лица свои, от всех тех мерзостей, которые были в среде сыновей Израиля. Да. Так как каждому из Дома Израиля, каждому из пришельцев, да, которые будут жить в Израиле, и отстранятся от меня, и поднимут идолы своих в сердце свое, и преграду из нечестия своего поставят перед лицом своим, и придут к пророку, чтобы спросить меня через него, я, Бог, отвечу ему сам. Еще раз Всевышний говорит, что не пророк, ответит, да, вот пророк не будет их убеждать и говорить, ну что вы, да, вот я отвечу им, пошлю на них наказание. Вот я обращу я лицо свое на человека этого и сделаю судьбу его знаком и притчей, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Бог. А пророк тот, если он соблазнится и произнесет слово от себя, разве я Бог соблазнил пророка этого того? И подниму я руку свою на него и истреблю его из народа моего Израиля. Здесь, конечно, речь идет не о Хескеле, а о других пророках, даже, может быть, тех пророков, которые до сих пор, немногих пророков, которые до сих пор не говорили ложь, вдруг эти люди, в общем-то, высокой духовности, вдруг себе впадут в отчаяние и скажут, что действительно разрушение храма означает разрыв союза, и дальше нету будущего, и теперь пусть каждый делает, что хочет. Если это будет, да, то разве от меня говорит такой пророк? Да? И подниму я руку свою на него, Всевышний обещает наказание этому пророку, да, и истреблю его из народа моего Израиля. И понесу грех их, и грех вопрошающего будет приравнен греху пророка. Вот тот, кто пришел с таким вопросом и спровоцировал как бы пророка, или, можем сказать, высокодуховного человека на вот такой вот неправильный ответ от отчаяния, да, тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает, и грех одинаков. Чтобы не уклонялся больше Дом Израиля от меня и больше не осквернял себя всеми преступлениями их, и были мне народом, а я буду им всесильным, слово Бога Всесильного. Да, то есть задача, если так можно сказать, задача народа в изгнании укрепиться в своей вере, верить в то, что оно не вечное, что придет момент, когда Всевышний освободит народ, и это очень и очень, очень важно. Это то, что мы с вами говорили,
да, что в трактате Брахот на 9 листе говорится «Шема гарамахет». Может быть, грех стал причиной. Да, не, в каком смысле грех стал причиной? Риш Лакиш говорит, если вы поднялись все стеною, да, и совершили исход из Бавеля, то картина, путь исторический был бы совсем другим, вернулось бы божественное присутствие в полной мере, было бы пророчество. Да? То есть, как можно бы сказать, что не развивалась бы история такими тяжелыми путями и не было бы последующих изгнаний. Да? Но для того, чтобы стать стеной, мы понимаем, для этого нужно устоять перед всеми испытаниями в изгнаниями, в изгнании, перед всеми испытаниями веры, перед всеми соблазнами, которые возникают в изгнании. В общем-то, весь народ должен был бы выстоять в этом. И если бы он выстоял в этом, и вера в то, что союз сохранен, сопрягалась бы, как бы соотносилась или была вместе с верой в то, что будет исход, что Всевышний не оставил, да, и не смешивались бы, не ассимилировались бы Павели, тогда была бы совершенно другая картина при исходе. Да. И это то, чтобы говорится, что народ поставлен перед испытанием, чтобы не уклонялся больше дом Израиля от меня и больше не осквернял себя всеми преступлениями. Да? Вот, и были мне народом. Для этого они были приведены в изгнание, для того, чтобы выстоять в испытаниями, очистить свою веру, да, от тех, как бы, единиц, которые будут говорить, что все кончено и союз разрушен, я истреблю. Как бы такая, если так можно сказать, такая схема. Но эта схема, как мы понимаем, не очень-то сработала, потому что народ не выстоял перед испытанием, и ассимиляция была большой, и вера в то, что будет возвращение через 70 лет, можно сказать, как бы, как это сказать, рухнула, да, обрушилась. И мы это с вами сможем подтвердить в дальнейшем. Да, вот, и как бы, заглядывая вперед 37 главу, мы можем сказать, что как Всевышний характеризует народ в изгнании, как иссохшие из кости, которые говорят, авдати кватейну, пропала надежда наша, какая она надежда? Надежда на исход. Да? Вот, и, скажем, на это требование Всевышнего устоять, выстоять в испытании не было исполнено. Я здесь остановлюсь. Если у нас есть немножко времени на вопросы, я готов пытаться ответить. Пожалуйста. Сейчас я остановлю шер. Вот, я вижу вас всех. И, пожалуйста, если вы что-то хотите обсудить, я готов поучаствовать вместе с вами в этом обсуждении. Вот. Окей. Ну, хорошо. Вот, у меня всегда двоякое такое ощущение. Либо я все так хорошо объяснил, что вопросов нет, либо я так запутал, что вопросов нет. Одно из двух. Да. Вы не запутали, но тут такие тяжелые вопросы встают, что я, например, не в состоянии их задавать. Тяжелые вопросы. Но... И вопросы про сомнения, что человек не может сомневаться, а если он все же сомневается? И про вопрос действительно, что ощущают люди, когда происходит такая трагедия большая. Как можно... я просто помню, например, людей, которых знали с Гуш-Катифа, были такие, которые... И просто потеряли веру из-за этого. То есть я... трудно очень осуждать человека, который... мир которого разрушается. Так, мне кажется, я не понимаю, зачем кого-то
осуждать. Я бы стал, мне кажется, может, я не прав, но я бы прежде всего эти слова как бы направлял на себя. Скажем, думать о том, какое наказание получит этот человек, и что наказание это очень строгое и незаслуженное. Я думаю, что это тоже неправильная мысль, то есть как бы осуждать его самому или осуждать его с точки зрения небес, потому что пойди знай, как небеса судят человека. Да? Вот. Но эти слова, насколько я понимаю, они призваны укрепить нашу веру в то, что все, что бы там ни было, да, союз Всевышнего с народом неразрушим. Да? И любой удар, чтобы их не было, не дай Бог, его нужно пережить. Да? И, конечно, то, что вы говорите, совершенно правильно. Это как бы можно было бы, и я бы тут стал приводить в пример катастрофу, но вы сделали гораздо более правильно, пошли по тому, что ближе к нам, изгнание из Гуш-Катифа. Мы знаем, сколько молодежи ушло от веры. Более того, да, просто находилось в тяжелом состоянии, ушли по пути наркотиков и так далее. Да? Так я думаю, что задача пророка не напугать, да? И не напугать и не как бы не осудить, а предупредить нас, что никогда нельзя терять веру, никогда нельзя терять надежду на то, что самые страшные моменты они будут исправлены, как-то придут к своему исправлению, и в дальнейшем будет восстановлен храм, и как бы вся земля Израиля будет находиться под властью праведного еврейского царя, опирающегося на пророков, на свое праведное население и так далее. Мне кажется, что эту веру никогда нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Вот об этом речь, да, а не о том, что потеряли веру, и вот теперь вам достанется. Да. С другой стороны, как бы можно и этот разговор в основном дальше, да, что вера – это то, что оставляет нас, то, что в изгнании сохранило нас. Тот, кто утратил веру, он ушел и исчез, да, и растворился. И это удар по всему народу. Да? Вот. Это еще одна мысль, которая здесь как бы высвечивается. Вот. А так я очень солидарен с вашими переживаниями. Очень и очень. Да, вот. Так что с чем нужно было бы обратиться к молодежи? Да? Вот. У меня не было такой возможности говорить там, скажем, со всеми и так далее, но с кем-то я разговаривал. И вот и единственное, что можно сказать, нельзя терять веру, нельзя, какое бы трудное ни было положение, нельзя терять веру. Единственное, что можно сказать. Вот, окей. Вот, а спорить я не могу, потому что это действительно очень больно, очень тяжело. Вот. Но опять же, мне кажется, что главная задача – это не изучение пророков, это не кого-то осудить, а понять проблемы. Это то, что я могу сказать. Да? Как бы не ответ, а обсуждение. Вот, позиция, скажем. Да? Я не могу сказать, что это ответ. Вот, и что-то еще хочется спросить. Народ, еще есть вопросы? Вопросы у кошки, но мы их не можем расшифровать. К сожалению. Окей, хорошо. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь на следующую встречу и надеюсь, что мы с вами еще очень-очень много интересного, если даже и тяжелого, то интересного вытащим из
книги, чем поймем книги пророка Хизкеля. Спасибо большое, всего самого доброго. Спасибо вам, Розеев. Спасибо, Розеев. Всем до свидания, пока. Доброго. Спасибо, Розеев.